Всем привет, с вами я, Алена. Я нахожусь в магазине Fix Price. Это Балашиха, проспект Ленина, 81. Давайте посмотрим, что же тут появилось нового, классного и интересного. Отдел сад огород, луковицы, крокусы. Три луковицы, здесь микс цветов, 59 рублей. Также есть вот такие, хионодокса, 4 штуки. Тоже 59 рублей. Нарциссы 79. Здесь две луковицы. Гиацинты 79 рублей. Одна штука. Наверху новые горшки за 249 рублей, 3,6 литра с поддоном, и за 199 2,5 литра с поддоном. Три цвета, видите, белый, такой кофе с молоком, и голубой. Очень сложно вынимается друг из друга, ну вот так вот, два горшочка здесь. Производство Россия. И это город Ногинск. Совсем недалеко от меня. Ногинску привет, наши соседи. Хорошие горшки. Ну и коллекция к Хэллоуину у нас тоже уже присутствует. Свечи маленькие, тыковки по 59 рублей. Симпатичные очень. Так, наверху волшебные палочки светящиеся по 149 рублей. Игрушка антистресс паук 59. Вот такая вот декорация подвесная, скелет 77 сантиметров, 199 рублей. Светящиеся в темноте пауки 59 рублей. Вот такая декорация, она бывает практически каждый год, 99 рублей. Так, заколка карнавальная, жуть, 55 рублей. Чулки. Разные варианты чулков есть. 99 рублей. Вот такие наклейки на лицо. 55 рублей. Тоже разные варианты. Маски. 79 рублей. Маски хорошие. Ободок. 79 рублей. Здесь тоже разные варианты. Вот такие ободочки со шляпками 79 рублей. И вот такой вот еще вариант. 79 рублей. Маска череп 149 рублей. Страшные такие. Набор для творчества «Детский мрак» 59 рублей. Очки карнавальные 55 рублей. Тоже разные есть варианты. Есть такой с пауком. Наклейки с глазками 55 рублей. Глазки объемные. Переводные тату 55 рублей. Вот такие тату 16,50. По-моему, они были в прошлом году. Что-то такое я помню. Большой паук декоративный 199 рублей. Цвета разные. Тарелка паучок. Коллекция в этот раз маленькая. У нас два цвета, знаю. А, нет, три. Все.
еще черный паучок есть. Шкатулка тыква. Шкатулка наделала много шума, все их покупают, всем так очень нравится. 249 рублей. Мне тоже нравится, но не знаю, куда мне ее ставить. Красота, конечно, да. Ничего не скажешь, три цвета. Но выбирайте. Вот это и есть потек эмали. Все, внизу у нас лежат уже повторюшки. Угу. В этот раз большой завоз корректирующих очков для чтения. 249 рублей. Разные есть диоптрии. Вот плюс 2, плюс 1,5 вижу. Плюс 2,5. Только плюсы. И вот из этой новой коллекции декоративные ящики тоже до нас добрались. В большом количестве белые, черные, 199 рублей. У нас они продаются в коробочке. Это, по-моему, МДФ. Да, МДФ и сталь. Внизу два ящика, комодики такие. Симпатичные. Давно не показывала, какие у нас есть декоративные камешки. Теперь их стоимость 99 рублей. Я помню, брали их за 50. Есть вот такие кладки, как галька. Есть яблочки, листики. Осенняя тематика. Можно взять для поделок с детками. Есть сердечки. Звезды. Вот такие цветочки. Вот такой вот. Тут, кстати, по-моему, есть отверстия, да, и из них можно сделать прям гирлянду. Вот, отверстия имеются. 99 рублей сейчас такие стоят. Так, рядышком тут уже начинается отдел с косметикой. Крем для доения Милка. Знаете, какая новинка? 59 рублей, 250 миллилитров. Крем может применяться как до, так и после доения. Увлажняет, устраняет сухость и шелушение, заживляет раны и трещины. Экстракт ромашки, пальмовое, вазелиновое, соевое масло и так далее. Так, производство, Нижегородская область. Вот такой вот крем. От Невской косметики большой завоз крема Пантенол 40 мл, 99 рублей, 5% декс-пантенола, смягчает, успокаивает, восстанавливает, устраняет шелушение. Давайте состав с вами глянем. Мне состав не нравится, как всегда. Чего-то Невская косметика испортилась в последнее время. Еще морковный, он по акции, если есть карта 85 рублей, если нет, то 99. Состав тоже плохой. В мужском отделе новый набор бит с рукояткой. Здесь 53 предмета. Можно подвесить. 199 рублей. Только в синем цвете. Производитель Китай. Детские пеленки 5 штук. 60 на 60 сантиметров. 149 рублей. Гипоаллергены с мягкой поверхностью и быстро впитывают. Производитель Нижний Новгород. Новый гель для стирки 750 миллилитров, 149 рублей. Сохраняет структуру ткани, подходит для цветного и белого белья, а также удаляет загрязнение. Странная, конечно, функция геля для стирки, что он удаляет загрязнение. Это, по-моему, априори должно быть так. На одну стирку 1-2 колпачка 30 миллилитров. В зависимости от загрязнения. Это Гринфилд, Москва. Состав больше подойдет для взрослого белья, не для детского. Новая зубная паста. Вот Силка Мед. 49,50 за 100 грамм. Восстанавливает эмаль, защищает от кариеса, отбеливает зубы, укрепляет десны и освежает дыхание. Изготовитель. Город Долгопрудный, Московская область. Паста содержит фтор. Смотрите, какая еще новинка от Splat Professional. 125 миллилитров. 149 рублей.
где хоть на русском хоть слово не содержит слез, хлоргексидин, ПЭК, спирт, ну и так далее. На русском здесь вот такая наклеечка. Обладает эффектом реминерализации эмали, уменьшает чувствительность, отбеливает, освежает дыхание. Содержит фтор. Очень хорошо в этом магазине разбирают пряжу. Осталась вот только такая за 79 рублей, 50 грамм, 140 метров. И три моточка вот такой пряжи кроха троицкая, 59 рублей. Вот эту, видать, новую коробочку просто выложили. И так разбирают быстро. Пледов много новых привезли, метр на метр 30, 349 рублей, полиэстер. И здесь уже, по-моему, Россия производитель, судя по этикетке. Да, город Иваново. Расцвета, конечно, миллион. На любой вкус и цвет. Есть такие вот классическая клетка, однотонные. Вот это что-то интересное. Похоже на вафельное полотенце. Но нет, это плед. Он, кстати, не пушистый. Его размер 150 на 100. Такой плед стоит 199 рублей. Видите, тут разные пледы. Вот это вообще, конечно, интересный. С другой стороны, он тоже немного пушистый. Так, еще здесь есть одна новинка. Нашивки на одежду декоративные две штуки. Мы с вами их смотрели в другом фикс-прайсе. И сюда их тоже привезли. Набор школьный мулине. 149 рублей. Здесь 10 метров. Нитки для вышивания. 100% хлопок. Санкт-Петербург. 7 цветов. Набор «Пиши и стирай», папка и фломастер. Подходит для листов А4. Вложили в папку то, что вам нужно написать. Написали, листик вытащили. Все осталось чистенькое, не испачканное. А с этой папки можно все спокойно стереть. Подходит для листов А4. Не бойся допускать ошибки и исправлять их. Ну, слушайте, замечательная новинка. Розовый цвет, красный, фиолетовый, зеленый, синий. Новые разделочные доски, 149 рублей, 38 на 19 сантиметров. Материал дерева. Дерево, естественно, все тут склеено и видно это все. Так, здесь производитель Китай. Еще одни доски, тоже от китайского производителя. 32,5 сантиметра ее диаметр. По краям бортик. Надеюсь, антискользящий. Через пленочку так не понять. Состав полипропилен. Вот как от нее пахнет, даже через упаковку. 99 рублей стоит такая доска, и от нее реально воняет. Поэтому не рекомендую. Смотрите, наборы появились. Такие продавали в Светофоре, я покупала. На море беру такой наборчик с подставкой, очень хорошие доски, но скользят, конечно, по поверхности стола. Полимер «Быт Россия», не боится острых ножей, без запаха пластика, пластик пищевой. И вот они, размеры досок. Здесь даже вот такая вот есть история. Можно как линейку использовать такую доску. Так. Набор досок 299 рублей. По-моему, в Светофоре они стоили гораздо дешевле. По-моему, там 200 рублей не стоили. Здесь же новые подставки под горячее. 23 на 17 сантиметров, 79 рублей. Китай, хлопок, полиэстер, 50 на 50. Клубнички. Такой еще вариант. Симпатичные, плотные, мне нравятся. Лопатки кухонные 24,70, нейлоновые 24 сантиметра. И ложки такие же 23,5 сантиметра. Так, вот они. Щипцы кулинарные за 199 рублей, 30 сантиметров, из бамбука. Силиконовым таким соединителем. Цвета разные, белые, зеленые. Вот такой вот бежевый цвет.
розовые. Вроде как все, 4 цвета. Очень классные щипцы. Здесь же кисточки кулинарные. Цвета такие же, 59 рублей. И к ним можно приобрести в комплект лопатки кулинарные, 59 рублей. Такие же цвета. Из этой же коллекции толкушка для картофеля. Мне кажется, прочный, хороший. 49,50. Ну, тут какой-то налет имеется, не знаю, ржавчина это или что. Должна быть нержавеющая сталь. Пресс для бургера 49,50, 12,8 сантиметра. В продаже 3 цвета. С помощью такого пресса можно сделать котлетку для бургера. Новый контейнер, кружка. 59 рублей, 0,75 литра. 3 цвета на выбор. Все пищевые значки имеются. Можно использовать в микроволновой печи. Для этого необходимо открыть клапан. Вот таким вот образом. Все здесь просто. Поднос 23 на 21 сантиметр. С металлическими ручками. 349 рублей. Так, ну это старый какой-то завоз. Дерево МДФ нержавеющая сталь. Изготовлено в марте этого года. Да, мы такие уже видели. Здесь же новый складной столик. 33 на 33 сантиметра. 299 рублей. МДФ углеродистая сталь. Такие вот оранжевые ножки. Раскладывается. И все, им можно пользоваться. Меня материал смущает. А так классный вообще. В хозяйственном отделе водосгоны. Софтель 55 рублей 17 сантиметров. Наше российское производство. Хорошее. Ролики для одежды опять привезли в большом количестве. 55 рублей 50 слоев. Ручки все зеленые. Рисунки на роликах разные. Здесь же вот рядышком сменные висят блоки. Две штуки по 80 листов. Нет, вернее, наверное, по 40 листов. Всего 80. 59 рублей. И вот такие ролики для чистки одежды. 64 листа. 59 рублей. Так, сверху еще не увидела набор контейнеров. 4 штучки. Новые. 199 рублей. Вот они объемы. 0,5 литра, 0,9, 1,5 литра, 2,3 литра. Наше российское производство. Можно ставить посудомоечную машину. Можно замораживать. Производитель Полимербыт, Москва. Разные цвета крышек. Выбирайте, какие вам больше понравятся. Интересная новинка, вернее, название у этой корзинки интересное. Сканди, намекая на Икею. 27 на 19 на 10 сантиметров. Это Эконова, Москва. Пластик не подходит для пищевых продуктов. Будьте внимательны, 149 рублей стоит такая корзинка. И пластик, естественно, потоньше, чем в Икее. Но форма та же. Теплые колготки женские вывесили, хлопковые, разные размеры, 52, 54, вижу 40, 44, 46, цвета разные, 249 рублей. 45% хлопка, 25% акрила, 27% полиамид, 3% эластан. Китай производитель. А вот это красота, вы только посмотрите на него. Салатник 2,5 литра, 249 рублей. Большой, но есть недочеты. Всевозможные точки, непрокрасы. Так, состав фаянс. Вот эта красота, она с двух сторон. Здесь же вот эта серия с каемочкой, с черной. Пиалы Боул по 79 рублей, видите, в полоску. А есть вариант вот такой вот сотый.
500 миллилитров, тоже 79 рублей. Так, что здесь по составу? Керамика. Турки мне первый раз попались на глаза. 199 рублей, 470 миллилитров. Симпатичные, на них уже хорошие отзывы поступают, так что, в принципе, можно брать. Выдерживают температуру до 200 градусов от минус 20. Боросиликатное стекло. Смотрится, конечно, изумительно. Так нежно и аккуратно. Новые стеклянные соусницы. Вот эта вся красота на внутри соусника. Снаружи он гладкий. 150 миллилитров стекло. Смотрим с вами новые бокалы. Приехали. Вот такая красота. Бокал для шампанского. Барокко 180 миллилитров. Так, ценника не вижу на бокал. Сейчас попробуем с вами на стаканы найти для начала. Здесь стакан «Восточный узор» 250 миллилитров. И на стаканы тоже нет. Ну, значит, сейчас пойду на кассу выяснять. Такой стаканчик. Есть «Хайбал» из этой же серии. Удлиненный стакан. 230 миллилитров. Чашка «Азия» 250 миллилитров. Тоже все без цен. Сейчас я все для вас выясню. Форма интересная. Такая пиала, чай пить. Итак, я все выяснила. Вот эти бокалы стоят по 99 рублей. Стаканы по 79. И вот это, что это правильно, чашка? Да, чашка 55 рублей. Еще с вами посмотрим здесь новинки. Кружки матовые, 400 миллилитров, 99 рублей, фаянс. Разонравились мне матовые, сколько бы их ни покупала, в любом случае чай от них сложно отмыть, так или иначе. Дальше, вот какие еще новые стаканы. 360 миллилитров, 149 рублей. Внутри там какая-то красота. Наливая напиток, это, наверное, должно быть видно. Как-то должно это выигрышно выглядеть. Бокал, конечно, симпатичный. Ну и термобокалы, термокружки мы с вами уже видели. Бокалы по 249 рублей, кружки по 199 рублей. Еще одни новые стеклянные бутылочки. Такие уже привозили. Это пластик. Их мы с вами видели. Они по 99 рублей 500 миллилитров. А стеклянные вот такие по 149 рублей 450 миллилитров. Вот не люблю я пластик. Я использую для питья бутылку алюминиевую. Взяла бы стеклянную, но ее тяжело будет, наверное, с собой носить. Синяя. И вот такая желтенькая. Восковые полоски для депиляции. Для чувствительной кожи лица. Гель-воск. Технология на основе натурального воска. Здесь 20 полосок. От Флоресан 59 рублей. Аппликаторы для макияжа. Здесь 10 штук. И они в пластиковом боксе. Цвет только розовый. Из латекса изготовленный футляр полипропилен. Наконец-то дождалась я вот таких спа-носочков. Давно их жду. Именно чтобы не для педикюра, а для увлажнения ног. Просто как маска вот для лица, такие же и для ног. Смягчение питания, заживление трещин. Одна пара. 30 минут держать надо на ножках. Производство Корея. 99 рублей они стоят. Возьму сейчас себе. Ну вот на этой ноте я бы с вами хотела сегодня попрощаться.
спасибо всем, кто был со мной до конца. Я надеюсь, это видео для вас было полезным и интересным. Если так, не забывайте о лайках. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. И всем пока-пока.